Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Poco X4 GT. Сейчас я покажу вам, как включить уровень заряда батареи в процентах на данном устройстве. У нас уже, конечно, включен уровень заряда батареи в процентах, но... Я все равно покажу, как это делать. Мы переходим в настройки. Далее проходим в раздел уведомлений и центр управлений. Далее проходим вниз, здесь у нас будет строка состояния и индикатор батареи. Нажимаем, и мы можем выбрать либо устанавливать проценты в значке, внутри значка, либо рядом со значком. Вот, и на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.